Рано утром я решил поехать в автопутешествие. Как правило, любая поездка – это новые эмоции и впечатления от увиденного. Кто-то сейчас едет на работу, кто-то только встал с кровати, а я отправляюсь в другой город. Спросите любого донбассовца, за что он любит родину. Уверяю, никто не ответит, что любит ее за черный дым над заводами, пыльные дороги или мусор в посадках. Зато каждый скажет, что родина – это теплый закат над тихой рекой, стрижи в городском небе, волны ковыля в широком поле, вишня над дедовой хатой, запах полыни на ладони. Мы приехали. Четвертый по величине город Донбасса. Этот город – Горловка. Лучше всего начать обзор города с истории. Петр Горлов стоял у истоков зарождения угольной промышленности Донбасса. Этот человек внес большой вклад в развитие этого региона. Поэтому в честь него и назвали Горловку. В городе более 1500 проспектов, бульваров, улиц и переулков, 3 железнодорожные станции. В биографии города есть интересный факт. Горловка, согласно решению правительства, должна была стать с 1933 года областным центром Донбасса. На строительство нового центра было выделено 30 миллионов рублей. Чтобы окончательно решить этот вопрос, весной 1933 года сюда прибыл представитель из Москвы, Лазарь Каганович. Во время осмотра его машина застряла в грязи, и высокий гость потерял свои галоши. Разозленный Каганович спешно уехал в тогдашнее Сталино, Донецк, которое вскоре и стало областным центром. Но с годами Горловка все-таки стала столицей только центрального района Донбасса. А заслуженный авторитет ей принесли шахтеры, в том числе богатырь Донбасса Никита Изотов, чьим именем было названо Всенародное движение за высокопроизводительный труд. Во времена Стахановского движения легендарный забойщик установил мировой рекорд добычи угля на отбойный молоток 640 тонн за смену. В Горловке установлен памятник знатному забойщику, первый в мире памятник рабочему человеку. А сейчас я покажу вам Богоявленский кафедральный собор. Thank you.
Давайте немного перекусим и отправимся на центральный рынок. Приехал я в этот город поснимать вам цены, что вообще здесь происходит, что продается, какие товары. И, наверное, самое первое, что надо показывать, это рынки, так как рынки популярные, пользуются спросом. Поэтому сегодня будем вас удивлять, может, что-то новенькое увидим. Это самый центральный рынок, самый большой, поэтому можно уже будет сделать какой-то вывод. В принципе, рынок ничем не отличается от остальных, где только бывал. Все продается, что нужно. Барахолка, ремни. Выставочные попугаи. Зверьков продают. А какую цену? Камечки 50 рублей разные. 50, а они долго живут? Года 4, а вам наша мало? У меня есть и белые, вот зайдите, посмотрите. Хотелось бы побольше, но я знаю, они долго не живут. Года 4 точно живут. Вот они разные, с цветом разные вообще, и беленькие даже есть. А вот это кто? Это шиншилла, 25 лет живет, но вообще написано так. Ага. Свинки есть. То я просто поинтересоваться. Ну вообще да, свинка 350 рублей, шиншилла 1000. Есть маленькие шиншилки, если будете брать, то лучше маленькую, у меня дома не пришла. А жалко ей носить. Сколько лет? Это год. Есть вообще у меня по 2 месяца, по полтора, но я их не хочу носить, они вот такие, понимаешь? Это если дома, то когда говорится, забрала, но, честно сказать, маленького брать лучше, оно ручнее будет. Помню? Конечно. Заново выращивать его, выкармливать. Нет, ну не заново, оно маленькое, оно настолько ручное, когда вот вы берете с маленького. Угу. Я всех шиншил брала маленькими, и они классные. Думаю, поинтересуюсь. Ну ладно, спасибо. Давай, вам большое. Вот, кстати, вот там центральный вход, купол, там чисто продукты. Ну, продукты мы оставим на закуску. Сейчас пройдемся здесь. Вот тут, я так понял, вещевой рынок. Здесь строительный, хозяйственный. В общем, все, что нужно для быта домашнего. Пылесосы, микроволновки. Гладильные доски, лопаты. Ух ты, столярные изделия, все для бани. Все, что хотите. Там мед чуть-чуть дальше. Ну а вот вход под купол. Здесь веники, мед. А мед в какую цену? Так, вот эти маленькие по 200, это 400. А это соты чисто, да? Да, это соты тоже. 200, 300, не знаю, она отошла хозяйка. Ага, да. Но они свежие? Да, конечно, я могу позвонить, узнать, сколько она полетела. Вон, 250, она знает. 250? Да, замуж. Да, ну все тогда. А, это что? Так, 200. А сейчас это мы 300 дали. Сейчас, я гляну, может, у меня полтинник есть, вот. Да, возьмите, вот. Спасибо, спасибо вам большое. Шутим. Можно брать, да? Да, что-то вам пакетик положу. Давайте какой-то. Да, вот это. Все, спасибо. Спасибо. Поднимаемся в купол. Посмотрим, что здесь творится. Будний день, людей не сильно много. Конфеты разные. Тут 2 этажа всего. На первом в холодильниках большинство продуктов. Ну а на втором там в открытую сало, мясо продается. Колбасы, сыры, газеты, курица, филе. Бедро. Спасибо. Так, дальше там чисто конфеты. Здесь курятина. Видите, свинины здесь нет.
ребро. Ребро по 225 свиное. Это то, что здесь есть. Там перепелки, колбасы домашние, сыр, черный рыцарь по 495, масло крестьянское 490 и сыр сметанковый по 495. Нет, спасибо большое. Вот такой. На первом этаже слабенький рынок. Мне больше нравится, где сало, мясо, колбасы. Легкое по 75. Поднимаемся на второй этаж. Свинина, говядина. Говядины нет. Рядом. А в какую цену? Свинка 350. По 350, да? А ребра такие? 300 рублей. Отбивная. Ага. Без кости. На кости. Это домашнее или покупное? Это домашнее, да? Это самое. А сало? Ух ты, сало какое хорошее. Шикарное. А вы чем его смалите? Соломой. Соломой или мешком? Нет, мешком. Вишни, я в мешку не набьешь. А в какую цену оно? 350 рублей. Ух ты. Вот крестцы, вот спинки, вот такое. Ну вот это, конечно, интересно. А можно мне, я вам скажу. Ну, попробуй. Это домашнее, кормленное, хорошо. А можно мне вот такой кусочек? Вот так. Вот так, да? Да, да. Да, сало действительно вкусное. А отбивная, это а ребра эти вообще, какую цену? 300 рублей. По 300, да? Шейки только 350, так отбивная. Это можно все с этого взять. С этой свинины, да? Да, с этой свинины. А вон я положил. А соленая? Какая самая цена, как на свежая? Нет, сам все делает, так что я не наценю. Вы выращиваете, да, сами? Я не наценивая. Все, спасибо вам большое. Спасибо. Здравствуйте. А говядины есть у вас? Есть говядина. А в какую цену подскажете? Говядина 380. 450 такое, 400 такое и 320 больше. А такое на гуляшек с лучком запечь? Да? Это будет прям мраморная. Вкусная очень. Вкусно, да. Только недавно зарезали. Да, это свежее. Ну, можно мне вот такой кусочек. Говорят, в Горловке самая вкусная говядина, да? Не знаю. Нет? Желейно-мягкое, такое растушивается вкусно. Сало такое, это соленое уже? Это обычное. А в какую цену? 280. По 280, да? Вот это по 250 посчитано. Ага, чуть поменьше. Спиночки, чуть потоньше. Есть соленое, наверное, по 280. Это самое мягкое. Я понял. Есть по 180, уже посолить, покушать. А лопатка свиная? Мясная? Да, да. 250. 250. А можно мне еще тогда, помимо этого, лопатки на борщ или на суп? Вот давайте. Это с косточкой, да? Ну, лопатка же она идет. Ну, наваристый будет бульон. Будет у вас света и много очень мягкой. Хорошо, мягкой. Давайте. Это уже пораспродавали? Пораньше да, надо да, приходить. Да. Это просто, если пошел мой клиент, то я продала. Ничего, если, пойдут. Если на этот день не пошел мой клиент, буду стоять до последнего. Это просто что? Ну я пришел уже, все. Удача. Я пришел, знаете, будет, значит, удача вам. Удача. Здравствуйте. Здравствуйте, с праздниками. Все, спасибо. Все, спасибо. Спасибо. Купили немного покушать еды.
Да, выбор есть. И дело в том, что очень вкусное сало у этого мужичка я попробовал. Действительно крутое. Там рыбный павильон. Сейчас давайте глянем на рыбу. Окунь, крабовое филе хека, скумбрия, скумбрия, икра. Посмотрю, что тут вкусное есть. Да, ассортимент хороший. Может, еще из домашней птицы можно что-то взять. Сейчас мы глянем. Так, утки. А какую цену? 200. Вкусные? Жирные? Давайте мне одну такую, не сильно большую и не сильно маленькую. Давайте. Домашние яйца. А, здрасте, а у вас утка в какую цену? За 350. Это домашняя, да? А вкусная? Как приготовить это яйцо? 895. 895. 900. А домашние яйца в какую цену? Зависит от величины. 895 и покрупнее, которая, да? Ну да, давайте десяток. 80. Это такие крупные или вот это покрупнее? Или они одинаковые? Ага. Ну давайте. Мелкая там попадается горох, прям такое вообще яйцо. Но оно зато самое вкусное. Одинаковое яйцо, просто смотри, как курица разнесла. Угу. Спасибо. Угу, спасибо, до свидания. Да, скупился я сегодня нормально. Ну, не зря ж приехал. Выбор здесь хороший. Сало. Это у вас все соленое, да, сальце? А чем вы смалите? Мешком? Газом? А мешком или соломой? Она как? Через раз, да? Даже мешком нет. Я понял. Спасибо. Что-что? Сейчас смотрите, если ты мешком смалит. В основном только жидким дымом мажется. Жидким дымом. Да. Обрабатывает и пахнет. Ну да. Ну я тоже мужика спрашивал, он говорит, редко. Спасибо. Вот так вот. Шмалят все жидким дымом. Поэтому нужно покупать у проверенных. Да, вот это действительно сало вкуснятина. Спускаемся вниз. Вот вам и рынок. Полную сумку нам греб. Так. Овощи, фрукты, лук. По 30. Ну что вам тут еще показывать? Давайте в эту сторону пройдемся. Сделаем большой обзор рынка в Горловке. Не зря ж сюда приехал. Может, что-то интересное увидим еще.
овощи. Лук по 25. Картошка по 28. Здесь таранка продается. Лещ. Килограмм 250 рублей. Ну и тут мелкая бакалея пошла. Главное, сало с мясом показали. Рыбу немного. Масло подсолнечное 120. Литровая бутылка. Мивина. Ключи разводные. А в какую цену вот этот ключ струбцина? $250. Ага. Хороший ключ. Ну а сейчас прогуляемся по зимнему парку. Деревья, снег, аттракционы и зимняя сказка. При проектировании парка упор делается всегда на зеленые насаждения. Как видите, деревьям уже несколько десятилетий, и вот такая красота. Тишина, спокойствие, и только снег с деревьев слетает на землю. Шикарные места, особенно для фотографий. И вот здесь карусели. Прогулка по зимнему городу всегда интересна. Она отличается от летней тем, что деревья не зеленые, мало народу, но чувствуется другой шарм. Умиротворенность, так назовем. А вы бывали в этом парке? Видите, на каруселях кто-то катается. Вытоптано. Касса. Представьте, сколько лет этим елкам. А когда-то они маленькие были. Сегодня мы побывали в Горловке. Показал я вам некоторые интересные места. Если вам понравился этот видеоролик, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Да-да, не стесняйтесь. И чтобы не пропустить новые серии, нажмите на колокольчик. Ну а с вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока.